Больше века я прожил, скрываясь от всех, до сегодняшнего дня. Зря я вернулся домой. Я знал про риск, но другого выбора у меня не было. Я должен был узнать ее. Незнакомец. Средняя школа Мистик Фоллс. Подожди-ка. Кто это? Я вижу только спину. Зато какую спину? В ней чувствуется стиль. Похоже, он из Сиэтла. И играет на гитаре. Вы подали не весь перечень документов, а мы настаиваем на копиях абсолютно всех. Посмотрите еще раз. Уверен, что все вам необходимое там есть. Вы правы? Пожалуйста, окажись красавчиком. Секрет. Ты же обещал мне. Найдены трупы, изувеченные животными. Ты говорил, что у тебя все под контролем. Так и есть. Второй шанс. Извини. Спасибо. Он пялится на тебя. Его зовут Стефан Сальватор. Знак зодиака близнецы, любимый цвет синий. Ты все это за день узнала? Умоляю, я все это узнала на перемене после урока. Итак, ты родился в Мистик Фоллс? Да, и я переехал, когда был еще маленьким. Из родителей? Мои родители скончались. Мне жаль. А, Стефана, раз ты новенький, значит, ты не знаешь про завтрашнюю вечеринку? Ты идешь на нее? Разумеется, пойдет. Привет, вот ты и здесь. Да, вот и я. Да в городе все только и делают, что обсуждают загадочного нового парня. Что ж, ты тоже не менее загадочная и немного печальная. Не совсем об этом болтают на вечеринках. Прошлой весной машина моих родителей слетела с моста и прямиком в озеро. И я выжила, а вот они нет. Не стоит теперь всю жизнь печалиться, Елена. Мне нравится Бонни, кажется, она хорошая подруга. Лучшая в мире. А Мэтт, кажется, не сводит с нас глаз. Мэтт и я раньше встречались, но не было... Страсти? Не было страсти. Эй! Ты в порядке? Твои глаза, они слегка... О, хочешь выпить? Пойду принесу чего-нибудь. О, Господи! Кто-нибудь помогите! Она истекает кровью! Зак, ночью еще на кого-то напали, и это был не я. Ну а кто же еще? Дэймон. Привет, братишка. Этот ворон, это уже чересчур, ты так не думаешь? Ты еще не знаешь, на что я способен с приходом тумана. Чего ты здесь? Я могу спросить у тебя то же самое. Однако я убежден, что твой ответ можно выразить одним словом. И это слово «Елена». Она просто копия, Кэтрин. Кэтрин, 1864 год. Это работает, Стефан? Держись подальше от Елены. Сочту это за приглашение. Странный туман. Этой осенью. Разве нет, вот ты так хочешь, Елена? Хватит! Ты можешь себе представить, какова ее кровь на вкус? Я могу. От Кевина Уильямсона, создателя фильмов «Крик» и «Бухта Доусона». И что случилось? Я увидела ворона. Что? На основе бестселлеров. Я подумал, следует вернуть тебе вот это. Не волнуйся, я его не читал. Война. Почему нет? Многие прочитали бы. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь прочитал мой. Ты ведешь дневник? Воспоминания слишком важны. Да. Битва. За ее душу. Только от одного ее вида у меня перехватило дыхание. Елена. Хватит! Начинается с ее сердца. Я просто не в состоянии противиться. Мистик Фоллс теперь не такой, как прежде. Долгое время тут было спокойно. А своим присутствием ты только взбудоражишь этот городок. Тебе здесь больше не место. А где мне место? Привет. Мне нужно было узнать, что у тебя все хорошо. Хочешь войти? Yes. Да.
Дневники вампира. Этой осенью на hitfilms.ru.